Яка дорога буде у цей час, якби гололюду не було. Смотрите на этих разбойников. Все как обычно. Сейчас Лана будет постепенно провоцировать Михаила. Михаила Сергеевича будут провоцировать. Сейчас со своими делами разберется только и вперед. Да, Лана? Ну что? Смотрит, ребят, так на стол, тут же что на стол, а когда что-то происходит на столе, то все остальное уходит на задний план. А вдруг что-то со стола перепадет вкусненькое, поэтому как бы тут у нас делаются пальчики с повидлом, а вдруг это вкусненькое мне сейчас перепадет. Глаза сейчас выпадут просто с орбит. И смотрит какая-то, как сова. У него, вот, когда он сидит возле стола, у него голова на 360 градусов, ребят, поворачивается, потому что со всех сторон может что-то вкусненькое перепасть. И он никогда не теряет надежду, потому что... Потому что такова жизнь у котов. Мишка, что там? Там не пахнет ни колбаской, ни рыбкой. Ничего такого нет. Но все равно надежда умирает последней. А вдруг это вкусненькое, да? А Лане все равно. Мишка, Мишка, передавай всем привет. Передавай всем привет. Ладненько.